Привет всем! Но у нас видео от подписчика. Итак, открытие большого количества подарков. Буквально недавно у нас Razer вытащил чумного доктора 11-го, именно вложившись в первую акцию. Ну и вот его конкурент, который очень хочет тоже чумного доктора. Если вы сравните немного по подаркам, если вы сравните немного по затратам, то вы поймете, что Энд намного больше вложился и вложился именно рубинами. Хотя я ему говорил, что лучше всего вкидываться в следующую акцию, там будет веселее. Но человек, видимо, очень хотел себе навороченного питомца. Ну что ж, ему флаг в руки и чумной доктор в экипировку, так сказать, в клеточку, так сказать. Ну, в общем, хорошо, что вытащил. Жалко, что мало вытащил подарков во второй волне, но это не мешает того, что человек в конце концов вытащил то, что нужно вытаскивать 2 января. Об этом я часто говорил и говорить буду постоянно. Посмотрите мое трансляционное видео 2 января, которое было. Ну а если вам нравятся именно эти вступления, конечно же, ставьте лайки для данного видео. Ну и перематывайте примерно где-то ближе к концу, если неохота смотреть все открытие подарков. Ну, как делают обычно все, допустим, я. Ну и результаты, конечно, посмотрите. Ну, мне очень понравился результаты при таких затратах. Но еще раз говорю, это затраты на звезды и рубины. Это не так, как было до этого у Razer. В общем, смотрите и как бы, ну, комментируйте. Буду читать.